Здарова, Империя, микрофон Артём, это канал Snowworm TV, и у нас еще какая-то интересная игра. Тоже вроде шутана, вроде бы нет. Так, изи. Зомбики. Хорошо. Кровь, кровища, зомби, кишки, это нормально. Так. О, а вид прикольный, стори. Вайпоинт. Как классно нарисовано. Туториал. Бля, ну как это круто. Музыка хорошая пошла. Кровище нормально вообще хлещет. Так, выглядит вообще, блин, зачетно просто. Прикольно, в виде комикса. Знаете, на что похоже на 13? Игру. Ключ нужен. А, тут можно всякие истории читать. Не, ну разлетаются они вообще четко. А, даже мозги выскакивают из них. Дом какой-то. О, серьезно? У него в руке была голова. Он одел ее себе на голову, когда я убил другую голову. Это прикольно. Это прикольно. Так, аптечка. Ключ. Ключ нам нужен был от той двери, которую мы там видели, да? А вот это уже поинтересней. Вот это уже поинтересней. У него тоже, кстати, в руке. Видели? Тоже в руке голова. Старикан. Watch you bucket. Ой-ой-ой. Насмотрелся, они тут повылазили. Это, видимо, так сделано. А это сейф. Бомж какой-то. Ага, сохранился. Спасибо, дядя бомж. Коридорчики очень узкие. Так, вот эту историю можно чекнуть. Ну, прикольно, что в виде комиксов таких вот. Музыка хорошая тоже. Пока только пока обычные зомби. Так, патроны, по-моему, кончились. Патрончики. Ладно, блин, в бочку не выстрелить. Так, туда, наверное. О-о-о-о! Это, походу, это ловушка! Это смерть эпилептика. Так, давайте по одному будем нападать. Так, где я? Ага. Жесть. Не верьте всему, чему написано здесь вот. Ну, типа, легкий выход, типа, туда идите. Все будет зашибись, но не верьте всему, чему пишут. Так. На Г. Бля, серьезно, жук меня сидят, стоят сзади. Так, а как активировать ее? Ой-ой-ой-ой. Это что такое? А, это я так понял. Это улучшение. Как включить? А, во.
на G. Написано, что G почему-то. А, на правую кнопку активируется. Хватит менять голову. А, то есть ломаете все, да? Да, это тоже все можно сломать. Аккуратно, они тут повылазивают почти со всех сторон. Так, патронов, что-то много патронов. Блин. Так. Ну-ка, отошли! Жесть! Чекпоинт. Бля, я забыл, как дробовик выглядит. На ту кнопку нажал. Ой-ой-ой, а где я сохранился-то? Блин, а чё? С того места нельзя было начать? Я просто быстренько пробегу сейчас. От вас избавлюсь, чтобы вас меньше было здесь. Все. А теперь попробуйте меня сожрать, когда у меня дробовик в руках. Ну, давай, нападай. Нападай по одному. Опа, опа, не поймаешь. Опа. Я тебя запыряю ножом. Так, все, отлично. И next level, кстати, здесь есть. Прикольно, прикольно. Необычно. Классные, классные игры. В будущем будут выходить, конечно, любителям вот этих ретро. Но это реально, это вот как 13 игрушка. Тут ремастер выходил, по-моему, 13. И сама по себе старая игра. Может быть, кто-то из вас, конечно, не играл в 13. Римскими такими цифрами написано. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, ну это типа всякие сторисы. Это я все, конечно, почитаю, то есть понажимаю. Комиксы такие вот. А это вот карта. Новые монстры появились. И такая локация чуть-чуть изменилась. Локация чутка изменилась, и монстр появился новый. Какие-то маги. Маги Вуду появились. Так, они со всех сторон теперь. О, Лилу Ап. Да, ну-ка. Смотрите, мы можем что-то прокачать. Ай, смотрите, они улучшаются, что ли? Смотрите, дробовик улучшился. Стал круче. А это, видимо, ничего пока нету, потому что... Демка. Нож такой, такой может быть, нож такой может быть. Пистолет такой, такой. Так, я, по-моему, потерялся. Сейчас куда идти? Так, я сюда зашел, сюда пошел, сюда. Здесь. Так, это босс какой-то был мини. Да, выстрелы стали мощнее намного. Истории прочитаем.
Так, мне знаете, что нужно? Мне нужна жизнь, у меня одна хп. Так, а что, дайте мне хп? Не дадите, что ли? Это плохо. Как раз жизнь была. А, вот давайте здесь остановимся. Вот сохранялка. Берем сохранялочку. Сейф. И здесь, наверное, завершаем свое путешествие. Блин, классная игра, прикольно нарисована, прикольно выглядит. Всем, кому понравилось, подписывайтесь, комментируйте, приходите на стримы. С вами был, как всегда, Артем. Увидимся в следующих сериях. Всем пока-пока.